Идет процесс строительства. Начинаем строительство. Носитель. Идет автоотстыковка кораблей. Рабочий на связи. Цель принял. Рабочий готов. Понял, произвожу добычу. Начинаем строительство. Начинаем переработку кристалла. Идет процесс строительства. Переработка кристалла завершена. Начинаем строительство. Мостик. Рабочий готов. Веду сбор. Начинаем строительство. Эсминец. Корабль тяжелого класса сходит со стапелей. Всем кораблям вернуться на базу для стыковки и ремонта перед прыжком в гиперпространство. Наш пленник говорит правду. Мы принимаем сигнал бедствия от республиканской базы. Нагорок с огромным флотом атакует базу. Мы попытаемся подоспеть вовремя, чтобы помочь им. Но даже если нам не удастся спасти республиканцев, мы должны атаковать. Все должно закончиться там любой ценой. Контакт с Луной. Виктория, управлению блуждающей. Управление, отзовитесь. Республиканский флот, держитесь! Это боевой корабль клана Самтао, Кунлан. Мы постараемся выслать подмогу, пока вы перестраиваетесь. Нам нужно, чтобы вы передали нам информацию о блуждающей Луне. Кунлан, вас понял. Приготовьтесь к... Сэр, у нас многочисленные попадания ракет. Теряем управление над палубами 4, 9 и 17. Они прорвались. Мы не обратимся против нашего собственного народа. Луна, вы должны миновать радары. Минимальная частота. Малые корабли. Не пейте в окружающее поле. Центральный. Так, шахтеры стали воинами. Ты зашел далеко, маленький клан Самтау.
Вы все еще можете присоединиться к нам и получить свою награду, как это сделали имперцы. Отстыковку кораблей. Мы можем дать вашему клану власть над Хигарой. Не этого ли вы хотели, когда будили моих детей? Жди! Так никогда. Мы не станем заключать с тобой сделок, чудовище. Хоть мы и не настоящий военный клан, но нам удалось сжечь двух твоих отпрысков. Наши дети не мы сами. Мы были и будем всегда. До тех пор, пока судно, окружающее нас, выполняет свои функции, мы не будем заперты. Координаты зафиксированы. Начинаю отстыковку кораблей. Вперед! Вперед! Агрессивная тактика! Стена, боевой порядок задан. Конвой назначен. Говори, куда выдвигаться. Сфера, боевой порядок трех задан. Трех на курс центральный. Да, рабочий на связи. Это центральный. Рабочий готов. Разведчик готов к вылету. Не успеешь моргнуть, а я уже там. В режиме готовности. Эта оборонительная станция защищает Нагорок. Уничтожьте блуждающую луну, а затем и тварь. Во имя Харака. Что это? Это было нечто вроде массивного энергетического разряда. Анализируем показания приборов. Это отражающее поле высокой мощности, исходившее из небольших эмиттеров, расположенных под Луной. Мы должны как-то миновать радары и быстро уничтожить эти эмиттеры. Давай их сюда. К бою готов. Идет процесс строительства. Да, оставьте это профессионалам. Центральный. Наши инженеры считают, что могут адаптировать отражающее поле блуждающей луны для использования нашими дредноутами. Исследование продолжается. Мостик. Флагман атакован. Исследования завершены. Выдвигаться готов. Сбиваем. Сейчас они разберутся, с кем имеют дело. Сейчас мы им покажем, на что способны. Причинять флагман атакован. Наша профессия. Сделаем. Носитель, сейчас докладываю о полученных повреждениях. Носитель, повреждения. Носитель, докладываю о полученных повреждениях. Флагман атакован. Сбиваем. Носитель, повреждения. Боль, наша профессия.
Флагман атакован. Сейчас они разберутся, с кем имеют дело. Причинять боль. Флагман атакован. Наша профессия. Флагман атакован. Флагман атакован. Сейчас мы им покажем, на что способны. Флагман атакован. Начинаем строительство. Идет процесс строительства. Сделаем! Рабочий готов. Ремонтная бригада, следуем по курсу. Выдвигаться готов! Рабочий готов. Выполняю! Вперед! Сбиваем! Выдвигаться готов! Да? Поддерживаем. Сделаем! Конвой назначен. Начинаю отстыковку кораблей. Вперед! Сейчас они разберутся, с кем имеют дело. Причинять боль — наша профессия. Флагман атакован. Просто скажи, куда? Сфера, боевой порядок задан. Лег на курс центральный. Вас понял. Захватываю цель. Выполняю. Рабочий готов. Ремонтная бригада, следуем по курсу. Сделаем. Конвой назначен. Просто скажи, куда? Выдвигаться готов. Конвой назначен. Говори, куда выдвигаться. Флагман атакован. Становится жарко. Центральный. Выполняю. Сейчас мы им покажем, на что способны. Конвой назначен. Давай их сюда. Так его, жги и круши. Флагман атакован. Координаты зафиксированы. Флагман атакован. Это центральный. Вперед! Сбиваем! Разведчик готов к вылету. Лег на курс центральный. Не успеешь моргнуть, а я уже там. Вас понял. Захватываю цель. К бою готов. Так его, жги, круши. Флагман атакован. Обнаружены замаскированные корабли неприятеля. Просто скажи, куда? Лег на курс центральный. Центральный. Выдвигаться готов. Сбиваем! Сейчас они разберутся. Флагман с кем атакован. Имеют дело. Обнаружены замаскированные корабли неприятеля. Сейчас мы им покажем, на что способны. Причинять боль — наша профессия. Флагман Сейчас атакован. Сейчас они разберутся, с кем имеют дело. Причинять боль — наша профессия. Сделаем. Конвой назначен. Начинаю отстыковку кораблей. Вперед! Сейчас мы им покажем, на что способны. Конвой назначен.
Начинаем строительство. Выполняю. Мостик. Сделаем! Сбиваем! Конвой назначен. Флагман атакован. Флагман атакован. Флагман атакован. Энергетические орудия Луны выведены из строя. Разнесите ее в клочья. Сейчас они разберутся, с кем имеют дело. Флагман атакован. Сбиваем. Это центральный. Идет процесс строительства. Начинаю отстыковку кораблей. Разведчик готов к вылету. Лег на курс центральный. Говори, куда выдвигаться. Координаты зафиксированы. Давай их сюда. Останов систем. Центральный. Протонная зарядка завершена, к стрельбе готов. Выполняю. Огонь. Вперед! Причинять боль — наша профессия! Центральный! Выдвигаться готов! Сейчас мы им покажем, на что способны! Конвой назначен. Это центральный! Центральный. Заряжаю осадную пушку. Стреляю. Сделаем! Сбиваем! Флагман атакован! Конвой назначен! Флагман атакован! Центральный! Центральный. Вперед! Сейчас они разберутся, с кем имеют дело. Конвой назначен. Это центральный. Центральный.
Выполняю! Сейчас мы им покажем, на что способны! Мостик. Центральный. Квантовые конденсаторы на 50%. Стреляй! Это центральный. Сделаем! Причинять боль — наша профессия. Флагман атакован. Наша профессия. Флагман атакован. Сейчас они разберутся, с кем имеют дело. Флагман атакован. Сбиваем. Сейчас мы им покажем, на что способны. Корабли имперцев легли на курс для атаки. Они двигаются на неполной скорости. Они либо хотят посмотреть, как тварь уничтожит нас, либо чего-то ожидают. Внимание, флот Хейгара. Это имперский флагман «Месть». Вы не сможете победить. Прекратите эту атаку. Если вы послушаетесь, мы позволим вам вернуться на ваш украденный мир и дождаться конца в компании своих супругов и детей. Как вы можете помогать этой твари? Какой выбор мы имеем, хигарцы? Ваш безумный поиск родного мира расколол нашу имперскую сферу. Вы забрали жизнь нашего бессмертного императора. Во всем, что с нами приключилось, виноваты вы. Вы. Сожалею, центральный. Мне пришлось отрезать этот коммуникационный канал. Они всего лишь пытаются отвлечь нас от нашей миссии. Мы принимаем множественный сигнал из гиперпространства в этом регионе. Вышлите звено разведчиков и выясните, не пытаются ли нас взять в клещи. Идет автоотстыковка кораблей. Начинаем строительство. Оборонительная станция разрушена. Мы закончим нашу миссию, если сможем удержать Нагорок на одном месте достаточно долго, чтобы обстрелять ее из осадной пушки. Вперед! Носитель, докладываю о полученных повреждениях. Приказ подтверждаю. Подождите. Мы принимаем гиперпространственные позывные. Они прямо над нами. Мы не можем остаться здесь. Пожиратель уже запустил клешни в наш разум. Извратил наши мысли. Откройте свои информационные банки, клан Сомтао. И примите нашу помощь. Да! Бентусси передали нам спецификации их ионных истребителей. Перенастройте производственные доки. Носитель, повреждение. Нагорок используют бесинерционные двигатели. Мы должны проанализировать эти данные и найти способ обесточить их. Принимаю. В противном случае мы никогда не сможем приблизиться к ней на расстояние выстрела осадной пушки. Приказ подтверждаю. Okay.
Носитель, докладываю о полученных повреждениях. Проект отменен. Перегрузка эмиссия. Носитель, повреждения. Имперский флагман «Месть» всем имперским кораблям. Прекратите атаку и отходите к точке сбора. Подожди! Что ты делаешь, союзник? Продолжай атаку и уничтожь гигантов. Создание, ты солгала нам. Сначала о том, что отдашь нам блуждающую луну, а затем о том, что пентусси нейтрализованы. Ты и данцев никому не обманул. Вы для нас тоже, что и остальная жизнь, пища. Носитель, докладываю о полученных повреждениях. Это ударный флот твари. Ловушка. Мы не можем сражаться сразу по трем фронтам. Мы должны осуществить прорыв с одной, либо с другой стороны, до того, как попадем в окружение. Конвой назначен. Приказ подтверждаю. Готов. Цель принял. На связи носитель. Сделаем. Приказ подтверждаю. Носитель, повреждения. Для атаки. Выполняю. Конвой назначен. Флагман атакован. Сейчас мы им покажем, на что способны. Причинять боль — наша профессия. Центральный. Заряжаю осадную пушку. Стреляй! Флагман атакован. Центральный. Вперед! Носитель, докладываю о полученных повреждениях. Мостик. Выдвигаться готов. Сейчас они разберутся, с кем имеют дело. Идет процесс строительства. Начинаем строительство. Носитель. Сделаем. Конвой назначен. Сбиваем. Конвой назначен. Идет автоотстыковка кораблей. Идет процесс строительства. Это центральный. Выдвигаться готов. Сейчас мы им покажем, на что способны. Флагман атакован. Система падает. Приказ подтверждаю. Сближаемся для флагман атаки. Флагман атакован. Нас обстреливают, но обшивка пока держит. Мостик. Это центральный. Готов выдвигаться. Понял. Ложимся на флагман курс. Флагман атакован. Флагман атакован. Начинаем строительство. Центральный. На связи. Выдвигаюсь. Цель принял. Принимаю.
Координаты зафиксированы! Следую по курсу. Приказ подтверждаю. Конвой назначен. Готов выдвигаться. Сфера, боевой порядок задан. На связи. Принимаю. Центральный. Принимаю. Приказ подтверждаю. Сфера, боевой порядок задан. Следую заданным курсом. Орудия к бою готовы. Центральный. На связи. Орудия к бою готовы. Готов выдвигаться. Выдвигаюсь. Флагман атакован. Цель принял. Центральный. Понял. Ложимся на курс. Эсминец уничтожен. Флагман атакован. Центральный. Цена была тяжелой. Клан Сомтау выжег сердце и мозг твари, но тела тех, кого они любили, никогда не будут восстановлены. Все, что осталось от них, мерцающая бесконечность проводов, загадок и микросхем. В последующие годы изолированные раковые опухоли будут вспыхивать и угрожать квадранту. Но новые технологии, рожденные во время горькой кампании Сомтаал, скоро сделают хигарские корабли неуязвимыми для заразы. Со временем последние отпрыски чудовища будут уничтожены. Тварь более никогда не родится. Шахтеры клана Сомтаал принесли в жертву многое и рисковали всем. За свои заслуги они были включены в высшие круги власти Хиигары. Наабал, Сджет и Собани склонились перед ними. И с тех пор потомки Сомтаау были известны как «твари-убийцы».